приветствую. Сезон 2023 закончен, и нужно уже что-то искать новенькое, интересное на сезон 2024. Уже сейчас начинаю делать разные заказы, где только возможно. Вот новая фирма в Кемерово открылась, Флора, компания Флора. Значит, далековато от нас, посылочка отправлялась с деком. Посылка дорогая по отправке, 1500 вышла. Шла больше, чем неделю. Давайте откроем, посмотрим, что там в ней. Не стала вас загружать долгим открытием термоупаковки. Она спасает не только в холод, но и в нашу сейчас жару. У нас сейчас в тени 45. Представляете, какое пекло. Плюс, еще раз скажу, Кемерово и Волгоград. То есть это огромное расстояние, шло больше недели. Вот, значит... Заказ завод Флора, еще раз скажу. Значит, тут лежит у нас то, что я заказала. Значит, нас тут очень сильно заинтересовала традисканция. Ну, я тут же пошла, посмотрела очень интересные мяты. Понравилась очень сильно альтернатера. Вот. Что тут у нас еще интересно? Ну, вот традисканция, как я и сказала. Альтернатера. Цианотис. Эсхинантус прекрасный. Так, значит, цены. Ну, вроде цены, знаете, как бы не сильно большие. Что-то 90, что 150 рублей. Вот есть традисканция по 250 рублей. Опа, опа, четкость пропала. Секунду, вечера снимаю, четкость пропадает. Многие говорят, кстати, про качество съемки. Прошу прощения, в теплицах такие температуры заграничные бывают, что просто камера перестает адекватно работать. Вот. Значит, все, смотрите, несмотря на то, что все шло неделю, влажно, все хорошо упаковано. Начала раскрывать посылочку, давайте вам покажу. Все аккуратно упаковано. Еще раз скажу, больше недели шло, вот смотрите, какая альтернатера, очень красивая. Такие вот традисканции, сейчас вам покажу, смотрите, какие они пушистые. Вот такая вот пушистая, видите, она даже с иголочками. Это уже, как говорится, на следующий год. Сейчас буду скрывать дальше и вам покажу уже в конце. Значит, в чем, что мне не понравилось, это нужно заказать от 3000 минимальный заказ. Ну, как бы многовато. Некоторые позиции очень дорого. Далековато от нашего региона, но, как видите, пришло ничего неплохо, в принципе. Вот, ну, что еще сказать. Работаю достаточно быстро. 19-го сделала заказ, вот с 19.07 заказ, 22-го или 23-го они уже отправили. То есть, в принципе, работают достаточно быстро. Давайте, значит, распакую все остальное и посмотрим уже, что как пришло. Все, распечатала я все растения. Вот, в принципе, традисканция, которая нам очень сильно понравилась. В принципе, за которой весь был сыр-бор. Смотрите, какая она красоточка. На самом деле впечатляющая. В полосочку. Все равно камера не передает этот цвет. Плюс, смотрите, уже вечер. Листочек с обратной стороны нежно-розовый. А сам вот такой вот полосатый. А вот, значит, они у нас шли по 250 рублей. Они в больших горшках 300 миллилитровых. Вот, в принципе, весь заказ. Значит, вышло это почти в 5000. Что, значит, выпады? Ну, выпад он тут единственный. Вот одна из альтернатер откинула листок. Вообще. Все остальное вроде, в принципе, не в плохом качестве. Может быть, помятки один вопрос есть, но это все мелочи. Все остальное полностью целиком устраивает. Вот такие вот красивые традисканции. Значит, по мятам. Пришла мята. Голубая, африканская, персиковая, медовая, мята барбарис, ореховый фундук, хвойная. Вот такие вот у нас прелести. Так, значит, вот данная традисканция у нас называется традисканция витатта. Три вида альтернатер. Альтернатер раз, два. Вот третий, который скинула листок. Этот зеленый лист красивый. Сейчас глянем, кто это у нас тут. Кстати, все подписано. Молодцы. Эсхинамнус. Тоже как новиночка пойдет.
Еще вот одна вот такая вот традисканция с черным листком тоже цветет. Вот. Ну, все, в принципе. Вот весь заказ. Красоты необыкновенно. Ох, ну вот этот мне нравится. Ох, вот ты мне нравишься, классный. Так что вот такая вот прелесть пришла. Будем работать уже на наработки на следующий год. Я думаю, что все дело это отойдет. Сейчас на карантин и пинцеркон. И будем разбираться по факту. Так что, в принципе, завод Флора. Всем, кому интересно, вот завод Флора. Пожалуйста, заказывайте. В принципе, ну, можно сказать, все устроило. И качество, не вижу никаких ни жучков, пока ни паучков, никто не лазит. Листочек чистый. Опять же, все равно будет стоять на карантине. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.